И всем привет, дорогие друзья, с вами Флэш, и мы играем в игрушку под вот этим вот названием Rise Son of Rome, вроде бы как-то так. Я сейчас хочу продолжить поиграть, продолжить кампанию, что ли? Наверное, так. Игрушка прикольная, но с виду кажется очень даже такая величественная. Загружается она у меня, ну, долговато, поэтому надо подождать. Так, загрузка остановилась. И да, это кажется начало игры. Да. Сразу хочу сказать, у меня чуточку подлагивает. Так. Мы должны добраться туда раньше и удержать их! Ой, это так трудно.
С обороной, солдат! Есть! Большая часть 18-го легиона может сражаться. В вашем распоряжении 3 вспомогательных отряда. Скорпионы, лучники и катапульты. Бросили их. Во дворец прорвалась лишь горстка врагов. Он здесь. Помогите, я приказываю. Император, враг прорвал оборону дворца. Меня не волнуют варвары. Меня волнует он. Я отведу вас в надежное место. Надежное? От этого демона... Не скрыться. Нужно отвезти вас в надежное место. Ваши покои. В покое? Нет. Нет. В сокровищницу. Сюда. Вперед. Почему дверь закрыта? О, сейчас, наверное, будет какая-то драка. Там кто-то есть. Думаю, лучше тебя открыть. Ой-ой-ой. Сначала идем!
Что-то ничего не понимаю. Ага, значит, надо нажимать заново. И вот эти вот точки спауна. Почему дверь закрыта? Там кто-то есть. Думаю, лучше тебя. Почему дверь закрыта? Там кто-то есть. Думаю, лучше тебе открыть ее. Реально пройти? Почему дверь закрыта?
Сгори, римляне! Сюда! Так. Быстро! Вперед! Ну, вперед же! Вот! Вот! Быстро! Дамокл восстал из мертвых! О, боги! Дамокл. Дамокл миф. Лишь люди убивают людей, император. Боги могут направлять нас, но они не вмешиваются в дела смертных. А? И какой же великий оракул вам это сказал, генерал? Мой отец. Здесь мы в безопасности. Да, здесь мы в безопасности. Я молю богов, чтобы мы были в безопасности. О, здесь безопасный император. Насколько это возможно? Да, слава богам, а? А ты, как твое имя, солдат? Марий. Но мое имя не важно. Важна моя история. Вот так вот как-то. Отец говорил, что судьбу дают боги, но путь мы выбираем сами. Ваша судьба — быть императором, а моя — солдатом. Честь моего отца привела его к служению народу. Но что привело нас на наш собственный путь? Что сделало нас такими? Моя история началась 10 лет назад. Отец! Марий! Рад снова видеть тебя. Как я выгляжу? Как настоящий солдат Рима? Выглядишь отлично, сын. Добро пожаловать домой! Добро пожаловать! Ты знаешь, куда тебя отправят? В Александрию. О, Александрия! Такая тихая провинция. Мама будет рада. Я стал солдатом не просто так, отец. Я хочу сражаться, как ты, за империю. Всему свое время, сынок. Всему свое время. Сынок, запомни, что врага можно встретить не только в бою. Отец? Марий! Дай взглянуть на тебя. Красавчик. Мам, не надо. Твоя сестра хочет тебя увидеть. Скоро увидит, любимая. А сейчас мне нужно поговорить с сыном наедине. Хорошо. Пойду поищу твою сестру. Тебя что-то беспокоит, отец? Что ж, позже поговорим. Теперь покажи, чему научился. Очередная контрольная точка. Ой. Приготовься. Сперва заставь меня раскрыться. И еще. Марий, чтобы ударить меня, заставь меня раскрыться.
Снова! Вот так? Отлично, сынок. Еще раз. Теперь ударь меня. Трижды. Заставь меня раскрыться. Еще разок. Попался. Давай заново. Чтобы ударить, заставь меня раскрыться. Давай снова. Отлично фехтуешь. Приготовься. У тебя всего мгновение на выпад. Соберись, Мари. Время решает все. Снова! Жди возможности. Попробуй еще. Не так. Бей в нужное время. Заново! Не так. Заставь меня раскрыться. Ты знаешь прием. Сколько же тебе надо долбить? Начни сначала. Приготовься. 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 Так что мне надо сделать, когда он посвечивается зеленым? Долбануть его, что ли? Дорогие друзья, на этом серию я буду заканчивать. С вами был, вы сами уже знаете, кто я.
Всем удачи и всем пока!